Добрый день, собратья по рыбацкой страсти. С вами снова Константин и Виктор. Вот он за рулем. Едем на рыбалку. Сегодня у нас 19 ноября. Минус 5. Смотрите, какой снег. Сколько снега у нас ночью выпало. Зимушка, зима настоящая наступила. Вчера мы сидели дома, потому что ветер с Байкала дул, короче, целый день. Снега у нас в Узбургузине около Байкала идут, пока Байкал не замерзнет. А там дача, наверное, нету? Бургузин, Курмкан, там получается? А, там снегов нету, вверху не бывает. Народ уже снежок отгребает с утра. Катушка стоит. Скоро детишки будут бегать. Так. Ну, сегодня первое мы идем, друзья мои. По снегу бредем. Идем по снегу. Давно не было снега. Но я как-то шел тогда, рассказывал Виктору 40 минут. По колено снег выпал. Лес белесый. Здесь идти-то недалеко. Так. Ну, друзья мои, добрели бы до нашего места. Сейчас расчистим. Где-то вот здесь они. Сейчас расчистим лопатой. Поставим палатку. Забармашим. И будем сидеть в тепле по-стариковски. Снежные над Байкалом облака. Тучи, вернее. Никого сегодня что-то нету. Так, у кошеля сидят. Лес белесый такой. Красивый, горы белесые. Сейчас найдем. Вот первая луда, это рыбка. Первый лес, ребята. О, а у меня-то что клюет конкретно. Смотрите, я вам покажу. О, смотри, что делает. Полностью. Сидите, наверное, у меня. Подошла бы крупненько. А, сошла. Но клевала, ребята. Конкретно. Вон, смотрите, что делает. О, смотри, шлудочку идет. Сидит. О! Тоже ельчик, да? Да, наверное. Процесс пошел. Прокололся. На желтую попал, да? Опа. Не знаю, я что-то не знаю. Второй вроде. Второй. Вот на такие серебристые. Что ты? Вот они в непогоду как-то лучше клюют. Вон, она тоже у меня клюет. И тоже сидит. Не на эту. И у тебя тоже. Но, ребята, снимать сейчас не будем. Будем ловить. Я еще, блин, очки за потери не вижу. Тебя эти клюет? Сидит? А у меня-то что делает? Вот в такую непогоду как-то лучше она ловится, друзья мои. Вот снежок идет, ветерок такой небольшой. Дергает, дергает, дергает. Сейчас, ага. Клев пошел. Ну, клев пошел. Жоркий клев. Ветерок дует. Рог дует. А у меня-то что-то нет. У меня сидит. Не понял. Сидит. Вон она какая рыбка. Мелкая. Все ушла. Сразу клюет по клевке. Мощную леску уводит в сторону куда-то. Вот это нормально.
Ну вот как-то раз целый день у меня такой вот клюв был. Почти. Опа. Так что собратья по рыбацкой страсти только сели мы утром. Прикормкой прикормили. Бармаша насыпали живого. И начался клев. Клюет такой вот небольшой ельчик. Крупного мы в прошлый раз только одного поймали. Опа, твоя удочка сыграла. Ну она. Клев неостановим, он у меня сидит. А нет, сошла. Ну вот мы заметили в непогоду, снежок, когда ветерок такой небольшой, клев почему-то лучше, чем... Бывают дни такие теплые, солнечные, чего бы рыба не ловиться, но Бог, Господь отпускает удовольствие дозированно. Или день хороший, или рыба клюет. А сейчас вот такой денек, горы Макаренинские все в снегу, там снег идет, лес белесый красивый. Так что зима у нас. О, Виктор снова вытащил динозавра. По две даже клюют у нас с Виктором. Вон. Такой жесткий клев идет. Маленькая. Тоже ведь сидит. Мне кажется. Ну. А ты ее можешь поставить, да пусть она снимает, раз клев такой. Сейчас сделаем. Она все равно будет брать. Сейчас стой. И раз туда. Ага. Опа! Эх, главное же не материться. Да, лучше, конечно, абсентную лексику. Это называется абсентная лексика. Я тебе говорю как филолог. Ох, какой я сжалился. Мелкая, да? Мелкая. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ну, пускай так поснимает. Совсем маленький. Пусть идет. Маму, папу позовет. О! Сошла. Клев, друзья мои, беспрерывный. Но мелкая. Так, сзади при таком клюве можно 20 кг поймать ее. Ну вот посидели мы где-то около часа. Такой вот улов, вот такая она, такой лес мелкий. Но отлично. Собачка к нам небольшая пришла. Рыбку просит. Мы уж кидали не раз. Но еще бросим. Ест как сахар. Сладости просто для нее.
О, на один зубец ведь. Поклевки идут. Правда, был перерыв. Ага. Подкормили. Перенаживили. Перенаживили. О, смотри. О, смотри, что делает она. Ну, я даже... Ну-ка. Тоже что-то... Собачка с нами вот прибежала молоденькая. Подкармливаем ее сорожками. Съедает она за 5 секунд. Как сахар. Ну, похрустела и все. Ветерок дует небольшой. Горы Макаренинские. Там снег, видимо, на горах, Виктор, идет. Ну-ну. Редкий снежок такой падает. Почему-то всегда много снега в Адамово. Едешь. Ну, там заваливает Адамово. Это деревня от нас километров 15. Опа-па. Сидит? Ну, это о. Крупнейшая рыба. Это крупная рыба. Так что сегодня у нас рыбалка удалась уже практически. Палатки нормально сидеть. Че, лапы мерзнут у тебя, бедный? Поднимаешь лапу, то одну, то другую. Нету поклевок пока. Ну, пока, друзья мои, клев прекратился. Собачку мы подкармливаем. Собачка от нашей доброты обнаглела и утащила у нас самую крупную рыбину. Мы сегодня небольшого подвязка с Витей поймали. Смотрим, что-то хруст какой-то идет серьезный. Глядим, а собачка нашу крупную самую рыбку подъедает. В палатку зашла тихонько. Палаточку тихо зашла. Ну, морда. Что ж ты морда? Дай-ка я покажу рыбу нашу. Но... Вот это наш улов сегодняшний. Часа полтора сидим, наверное? Наверное, уже сидим, Витя. Что ж ты морда, бесстыдная ты. Ветерок какой-то прохладный дует. Ну, поклевок пока не стало. Ничего себе, они еще подцепили так как. Слушай, мелкие какие. Так. Даже на эту берет. Так. Этот подцепил меня. Эти две, блин. Забыли бы хоть крокодила. Да. Смотри-ка, смотри, что делает. Сошла. Аж ли эту удочку потащила. Неостановимый клев. Есть? Есть. Река Нил, крокодила. Есть. Мелочь, а клюет-то так, как будто там подвязок сидит. Сразу потащила. Ну, подцепил крючок. Эх, елки. Ну-ка, у тебя еще. Неостановимо. Пусть сядет. О. Слушай, ну, мелкая. Мелко подошла, как это совсем. Ой-ой-ой. Ну это точно сидит. Да и это сошла. Что ты? Сошла, однако. Не, и хороший сидит, Витя. Хороший. Вот это нормальный. А
Аж вот такого нас утащило больше. Вот это илец. Собачка. Ну вот наш сегодняшний улов. Серебряная россыпь ильцов. Да, подъязков, сорок. За три часа. За три часа. Так что мы, правда, подзамерзли в своем свете. Да и в палатке сидели. Надо в следующий раз в палатку. Хотя клюет, можно еще сидеть было. Спокойно можно. Сидеть и сидеть, она не отрывает. Собачку накормили. Накормили собачка тебя. Так, сейчас ее скидаем. Ой. Ой. Ой, я ни разу не встал. Ну, только сегодня при таком клюве мы и не вставали с тобой слишком. Она не дает. Не, я раз только выходил и все.